Добрый день, уважаемая аудитория. Мне очень приятно присутствовать на данной лекции. И сегодня бы мне хотелось бы вам рассказать о создании социального предприятия. Сразу скажу, что материалы лекции составлены на основе моих исследований, а также исследований ключевого фонда по развитию социального предпринимательства в нашей стране. Это фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Под эгидой данного фонда у нас также действует школа социального бизнеса в городе Твери, соответственно. Уважаемая аудитория, прежде чем я перейду непосредственно к шагам создания социального предприятия, мне бы хотелось рассказать о том, что же такое у нас социальный бизнес или, как принято его называть, социальное предпринимательство. Это предпринимательская деятельность, направленная на получение как прибыли, так и социального эффекта, который может быть выражен в помощи определенным людям из социально уязвимых категорий, они у нас тоже обозначены законом, а также в различной общественно полезной деятельности. Ключевой закон у нас здесь федеральный закон 245, соответственно. Хочется отметить о том, что социальное предпринимательство стоит на стыке между традиционным бизнесом, который мы тоже не исключаем, он у нас направлен на получение прибыли, и благотворительности, то есть безвозмездной деятельности. Вот таким образом у нас появилось социальное предпринимательство. Его истоки уходят глубоко в российский опыт. Да, соответственно, очень много хороших зарубежных примеров, но сейчас я не буду останавливаться на ретроспективе развития социального предпринимательства в России и перейду уже непосредственно к шагам формирования или построения социального бизнеса. Отмечу сразу, значит, в первую очередь, любой предприниматель, будь то социальный или традиционный предприниматель, он должен обозначить цель и мотивацию своего дела. То есть понять то, что он хочет преподнести людям, какой созидательный эффект он хочет создать, что он хочет продавать товары или реализовывать услуги, что ему будет интересно. Но обратите внимание, у социального предпринимателя все усложняется. Потому что ему нужно не только одну проблему решить, да, выстроить бизнес и, условно говоря, получать прибыль. Он еще должен оказывать социальный эффект. Отмечу, что эта деятельность добровольная, и ни в коем случае традиционный бизнес мы здесь не исключаем. Он тоже есть, существует и дальше будет также развиваться. Мы говорим сегодня с вами лишь о возможном социальном эффекте, который может реализовать социальный предприниматель. То есть человек тот, который хочет помогать людям. Поэтому, естественно, где-то внутри у него должна быть цель и мотивация к этому. Общаясь с социальными предпринимателями из многих регионов, я отметила, что у многих из них в основе их социального бизнеса лежит какая-то личная травма, трагедия, какая-то ситуация негативная в их жизни, которая послужила определенным мотивом или побуждением к тому, чтобы создать или организовать социальное предприятие. Это может быть травма, это может быть гибель какого-то родственника или друга, соответственно, близкого человека. То есть вот это вот было как определенным мотивом или основой к созданию своего бизнеса. А также могу сказать честно уже, исходя из своего опыта общения и, в принципе, более 7 лет я занимаюсь развитием, да, и изучением данного вида деятельности, могу отметить, что это люди с добрым сердцем, с широкой душой, да, которые думают не только о себе, но думают об обществе и думают о том, как изменить этот мир в данном случае. Конечно же, если мы стоим на пороге, да, открытия социального бизнеса, то есть вот мы задумались о том, что мы хотим создать социальное предприятие, сразу хочется отметить, где же взять социальную идею. Вот с этим к нам часто приходят в школу социального бизнеса, спрашивают о том, как мне выбрать социальную составляющую, ведь вроде бы социальных проблем много, у людей социальных потребностей тоже много. Сразу мы говорим, обратите внимание на себя,
То есть, что вам не нравится, что бы вы хотели изменить в этом обществе, спросите себя. Спросите своих родственников, друзей, знакомых. Может быть, вы там почувствуете какое-то поле, где вы можете быть полезным в данном случае. Нельзя исключать СМИ. У нас сейчас информационное поле очень доступное, широкое. Вы можете обратиться и сразу отметить какие-то моменты. Да? То есть, то, что в обществе является важным, острым, актуальным. И быть частью этого. Также можно открыть сайт фонда «Наше будущее», о котором я сказала в самом начале. Там есть примеры большого количества проектов, реализованных в разных регионах нашей страны. Почему бы не посмотреть пример таких регионов и не адаптировать их под свой бизнес, под свой регион, под свой город в данном случае? Ну и, соответственно, мне бы хотелось вот в рамках лекции отметить три таких портала, да, которые помогут в выборе своей социальной составляющей. Ну, во-первых, это портал «Сократ», который отражает реальный уровень социального развития в регионах России. Это портал «Банк социальных идей» и портал «Новый бизнес. Социальное предпринимательство». Все они активно поддерживаются фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Я думаю, что здесь социальную проблему выбрать можно и нужно, если вы хотите открывать социальный бизнес. Уважаемая аудитория, отмечу следующий этап. Если мы определились с идеей, а бывает так, что вы выбрали не одну идею, а две, эти идеи нужно подвергнуть самому серьезному анализу и разбору. Имеют ли они смысл? Можно ли их реализовать? И самое главное, если вы хотите открыть социальный бизнес, подумать, а будет ли для людей это полезно? А решит ли какую-то проблему ваше социальное предприятие? А смягчит ли оно климат, да, соответственно? Также нужно думать о сроках, не только об экономических, когда я смогу получать прибыль, да, то есть работая на себя, а в том числе, через какое время мы получим социальный эффект. Вот таким образом нужно наиболее детально проработать свою социальную проблему. А также могу дать рекомендацию, следует посмотреть законодательство, касающееся вашей сферы деятельности, обязательно тех проблем, которые вы хотите решать или смягчать, потому что органы власти активно проводят социальную политику, реализуют, да, осуществляют социальную защиту населения и, конечно же, существует на данном этапе во многих городах и регионах нашей страны уже много действующих хороших программ, которые тоже помогают решать эти проблемы. Может быть, вы вместе будете помогать решать эту проблему, а может быть, уже не очень актуально брать ее для своего социального бизнеса. Ну и, конечно же, нужно оценить остроту этой проблемы, потому что все города и регионы нашей страны, они тоже отличаются по своему уровню социально-экономического развития, да? Соответственно, поэтому не каждое предприятие подойдет абсолютно адаптивно под любой город или под любой регион. Вот эти моменты тоже нужно учитывать. Ну и, конечно же, когда вы выбрали какую-то социальную проблему, посмотрите в своем городе, проанализируйте свой регион. А может быть, кто-то уже ее решает, помимо органов государственной власти. Может быть, есть такие же, как вы, социальные предприниматели, и они уже заняли это поле, да? А может быть, есть какие-то некоммерческие структуры, ну, допустим, благотворительные фонды и подобные организации, которые заняты как раз-таки решением или смягчением этой проблемы. И интересный пример хочу вот привести из нашей практики школы социального бизнеса. Приходил молодой человек и хотел у нас в городе Твери открыть благотворительный магазин. И он говорит, а если я только помогу лишь 2-3 людям этим благотворительным магазинам, да, то есть я не смягчу сильно наш климат, да, но я хочу помогать, я хочу его организовывать и, допустим, там, часть прибыли реинвестировать на помощь людям, но вдруг я смогу помочь только 2 людям. Здесь нет ничего страшного, да, лучше помочь и лучше сделать какой-то созидательный эффект. То есть даже если вы одному человеку поможете, это уже будет социальный эффект, да, потому что проблем много, сложностей, к сожалению, в нашем обществе социальных еще пока много, поэтому чем больше таких предприятий, тем больше будет социального эффекта. Вот, это цель и социальная проблема. Но мы движемся с вами дальше, и следующий наш второй этап – это бизнес-план в данном случае.
К анализу и составлению бизнес-плана очень хорошо применить такой способ, или, как мы его называем, экономический метод SWOT-анализ. Он позволит вам оценить угрозы, возможности вашего бизнеса, в том числе социальные идеи, а также выразить положительные и отрицательные стороны. И здесь отмечу, чем лучше мы его проводим, чем детальнее мы его проводим, тем, соответственно, большая вероятность успеха нашего предприятия. Скажу сразу, бизнес-план – это очень важный документ. Это та основа, на котором строится все социальное предприятие, в том числе и бизнес-план любого традиционного предприятия. Да? То есть он выступает определенной системной логической схемой шагов, которая должна вас привести в результате к открытию своего собственного дела. Обычно он включает не только выбор социальной составляющей, как я вам уже говорила, в социальном бизнесе. Он включает и выбор оргправовой формы, и выбор системы налогообложения, формирование команды, маркетинговая, экономическая составляющая и другое в зависимости от сферы и формата вашего бизнеса. Безусловно, когда вы формируете свой бизнес-план, необходимо учитывать внешнюю среду, то есть анализировать внешнюю среду. Здесь важно как макроэкономические условия, которые оказывают влияние, да, пандемия, конечно, она оказала влияние на деятельность практически всех предпринимателей. Кто-то закрылся, кто-то, соответственно, переориентировал свой бизнес, кто-то ушел работать в онлайн-среду, соответственно, закрыл офлайн-магазины и так далее. Тут надо учитывать все. Изменения законодательства, социально-экономического поля, совокупного спроса людей, уровень доходов населения. Да, у нас есть все сайты, структуры, которые могут вам в этом помочь. Да, с этим анализом, с помощью и так далее. То есть здесь не надо бояться, а нужно идти вперед. Отмечу также, большую роль в бизнес-плане играет выбор маркетинговой составляющей. Да? То есть как будет выглядеть ваш продукт, который вы хотите реализовать. Вы же понимаете, что на людей, естественно, оказывает влияние вид, форма продукта, цветовая гамма и подобное оснащение, в том числе и если вы оказываете какую-либо услугу. Поэтому тоже необходимо про это думать, да, и акцентировать на этом внимание. То есть к этому нужно подойти максимально ответственно. Определиться, кто же будет вашей целевой аудиторией. Может быть, это все люди, а может быть, это определенные категории социально уязвимых граждан. Ну, например, пенсионеры, мамы, сидящие в декрете, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица ОВЗ или какая-то другая аудитория. То есть это действительно важно. Продумать каналы сбыта, где я буду их продавать, в офлайн-форме или на онлайн-платформах, то же самое. Да? Ну и, соответственно, определиться с ценовой политикой. Если вы понимаете, что в вашем городе, в вашем регионе есть подобные предприятия, да, или схожие предприятия, естественно, нужно это проанализировать и понять, какую цену на свой товар или услугу вы можете отметить. И самое главное, никогда нельзя просто поставить точку, остановиться. Вот я сегодня это сделал, я организовал, я ценовую политику маркетинговую сделал, и я могу на этом успокоиться. К сожалению, так легко не будет. Мир не стоит на месте, все меняется. Предприниматели другие тоже не дремлят. Просто идут новые технологии и изменения какие-то, связанные с глобализацией, с постиндустриальным обществом и с разными другими условиями. Поэтому нужно всегда находиться в анализе, да, плюсов и минусов, как я уже говорила, и, конечно же, осуществлять верное прогнозирование. Одной из важных проблем, которая стоит перед каждым предпринимателем, будь то социальный или традиционный предприниматель, это поиск финансирования. Когда к нам приходят в онлайн-школу и говорят о том, что я не знаю, где мне взять средства на развитие своего бизнеса, мы сразу начинаем беседовать и раскладывать по полочкам, как говорится, какие у нас есть варианты. Личные финансы, ну, если уже человек сразу говорит о том, что у него нет такой возможности, нет накопленных средств, тогда, во-первых, мы его ориентируем в различные некоммерческие структуры, такие как, например, фонд «Наше будущее», о котором
котором я уже неоднократно упоминала. Они выделяют беспроцентные займы начинающим предпринимателям. На сайте у них тоже это все расписано соответственно. Они финансируют победителей конкурсов, премий различных и других социально ориентированных мероприятий. В том числе можно обратиться в различные другие фонды, можно обратиться в коммерческие структуры. Такие компании, как Норильский никель, Лукойл, Газпром, они активно выделяют денежные средства начинающим предпринимателям. Тоже стоит подумать. Грантовые средства – это очень распространено. Почему бы не подать заявку и не попробовать выиграть грант на открытие своего дела? Это может сделать практически каждый. Информация вся доступная есть в данном случае. Конечно же, можно обратиться в различные кредитные организации, в банки, там тоже подбирают программы для предпринимателей, и выбрать для себя самый удобный вариант. Ну и я еще не отметила, конечно же, господдержку, да, то есть можно обратиться в органы государственной власти у себя в городе, у себя в регионе, да, и попросить начальные субсидии на развитие своего дела. Тем более сейчас у нас развивается реестр социальных предпринимателей. И если вы в него по документам попадаете, вы имеете право на финансовую поддержку. Таким образом, мы рассмотрели с вами самые различные источники капитала. Да? Какой из них использовать, тут уже решать вам, исходя из ваших условий, возможностей, исходя из вашего желания. Безусловно, не менее важным фактором, когда мы говорим в социальной школе о формировании бизнес-плана, мы упоминаем обязательно формирование команды. Именно те люди, которые будут идти рука об руку с социальным предпринимателем и помогать ему в достижении двух целей, да, в данном случае, не только коммерческой, но и социальной. Конечно, у социального предпринимателя осложняется этот вид деятельности, потому что не все люди захотят что-то делать бесплатно, выходить во внеурочное время, неоплачиваемое, да, работать больше, чем нужно, ну и идти на различные другие уступки. Поэтому на собеседовании логично сразу сказать, что мы социальные бизнес, да, мы социальные предприятия, и мы предполагаем такой вид работ, часть из них будет, ну, например, бесплатно. Если у вас социальная парикмахерская, допустим, вы организовываете бесплатные стрижки для ветеранов Великой Отечественной войны, вы сразу об этом говорите своему кандидату. Может быть, будут такие люди, которые уйдут на этом этапе, то есть они преследуют свои личные цели, они преследуют какие-то коммерческие цели. Мы не можем их за это судить. Каждый человек исходит из своего мировоззрения, мироощущений, своих потребностей, своего желания и места в этом обществе. Да? Поэтому стоит просто найти тех людей, которые будут вас поддерживать, которые будут с вами идти и помогать вам достигать этих целей. Процесс этот сложный, процесс этот не занимает один или два дня, процесс этот системный, да, потому что нельзя просто взять людей и на 10 лет успокоиться и работать спокойно. Все равно будут какие-то сложности, будут какие-то нюансы с людьми. То есть это грамотное выстраивание системы управления, что важно как и в традиционном, так и в социальном бизнесе. Здесь отмечу, что очень важно сформировать правильную, комфортную организационную структуру в вашем предприятии. Так, чтобы людям у вас было комфортно работать, чтобы учитывались и их потребности индивидуальные тоже. И чтобы был достаточно благоприятный морально-психологический климат, который только будет формировать вашу команду, да, так называемый тимбилдинг, поддерживать вашу команду, да, и ориентировать ее на достижение цели. Поэтому очень важно правильно выстроить собеседование, заранее подготовиться к этому собеседованию, подготовить вопросы, какие-то возможные ситуации, проверки нынешних кандидатов, да, сформировать объявление о вакансиях. Ну и, безусловно, останавливаться тоже на этом нельзя, потому что необходимо обучаться как самому предпринимателю, так и обучать своих сотрудников. Даже если у вас прекрасная команда, и вы в ней уверены, и вы ей довольны, да, вы провели хорошую работу, никогда нельзя забывать о обучении своей команды, да, потому что без вас, соответственно, без обучения команды предприятие, к сожалению, может через какое-то время стать менее конкурентоспособным.
Последний пункт нашего плана – это прототипирование в данном случае. Остановлюсь на этом моменте чуть поподробнее. Это тот этап, когда уже бизнес работает, когда действует, когда вы можете произвести уже, в принципе, готовую продукцию. Но обычно предприниматели, дабы избежать каких-то рисков и больших трат, они выпускают свою продукцию на небольшой сегмент потребителей, да, и смотрят их реакцию, то есть получают обратную связь. А нравится ли тот товар, который мы произвели, не нравится этот товар, какие есть недостатки, какие есть замечания. Возможно, потом проходит корректировка в данном случае и выпуск уже окончательной продукции на больший сегмент. Но то же самое у нас происходит и с услугами одновременно. Тут уже вам решать, чем заниматься, выпуском товаров или оказанием каких-либо услуг. Подытожу. Формирование бизнес-плана – это процесс сложный, это процесс может быть долгий, это процесс, требующий изначально больших корректировок, обдумываний, анализа, да, прогнозирования. Но чем лучше, чем конкретней, системней и логичней будет составлен ваш бизнес-план, тем больше вероятность достижения успеха. И пользуясь случаем, уважаемая аудитория, слушатели, буду рада приветствовать вас в нашей школе социального бизнеса. Буду рада ответить там на ваши вопросы и помочь вам с реализацией ваших идей социального, традиционного бизнеса на благо нашего общества. Спасибо большое.